В прошлый раз была телефон перегрел, а сейчас, наверное, гроза будет. iPhone 11. Мама, ты что-то...
Чат работает. Я спрашивал его охранник. Я уже как увидел, это все правильно. Привет, солнечная Швейцария. Так тихо в чате, что я подумал, что уже вылетел. Да, ого, да. Фонтан дружбы народов. Привет, утренняя Калифорния. В Москве, наверное, сегодня жарче, чем у вас. Смотришь, как ты делаешь? Вот так. И смотри, чтобы все попали в кадр. Большая молодец. Будешь фотографировать? Молодец, как все получится. Папа учит девочку уличные портреты делать. Thank you.
У меня на предыдущем стриме впервые телефон выключился, и там вот горел значок градусник, и писало, что пока не охладишь, я не включусь. Привет, Нарис. Да я не против жары был, на самом деле, но телефон оказался слабенький. Но я думаю, он перегрелся из-за того, что был на стабилизаторе, потому что там на стабилизаторе крепление, видно, на солнце оно раскалилось.
Красноярске. Это? Да. Раньше был павильон Украины. Это. А, вот Украина, Никольчик, спрашивай. Мы его переименовали как-то. Вот она, Украина. Самая большая, красивая. Вот это павильон. Женщина говорила, большой, красивый. Раньше он был павильон Украины, сейчас я почитаю, как его назвали. Экран очень бликует, поэтому... Не могу читать. Я там как. Верю, что только хорошая пишет. Thank you.
Работостанция, дети. Это новенькая. Сейчас это музей славянской письменности. Давайте только без таких разговоров. Зачем что? Зачем нам еще тогда другие планеты? Будем кушать.
Ну, буханка классная. На буханке вокруг света. Красавица. Thank you.
просто. Сувениры, что ли? Провод есть. Ничего не действует. Учебная, что ли? Не, может, что-то сломали было. Уже. Что-то было, наверное, типа рекламы. Может, подсветка загоралась? Может быть. Скорее всего, какая-нибудь подсветка. Последний
Да, павильон «Космос» сбоку. Иван Васильевич меня бросил. Гриме, я вас не узнаю. Океану Ривз. Ну, впечатлиться можно. Может? Не то чтобы прям, ну, впечатлиться можно. Просто на самом деле это занимает очень много времени, история, да, там узнавание, вот эти все, то есть очень долго. Понятно. Ну там и экскурсоводов нету, сами понимаете. Это гараж особого назначения. Не попала в кадр. Ну да, такой брутальный. Там только что молния была. О, спасибо большое за поддержку. О, и луна видна. Так как тоже с этим жила? Я сейчас иду к фонтану. Может, кто видел такой большой колос пшеничный. Но с другой стороны, я считаю, что надо прислушиваться, потому что... Да не, не помню вообще. Тут тоже солнышко светит, просто такие люди, утомленные солнцем, ходят. Сегодня прям действительно очень жарко было. Спасибо за донат.
Мне кажется, там сейчас еще жарче, там даже спрятаться негде на Поклонной. Наверное, лучше, когда жара спадет, там просто все раскалено. Там хоть и фонтанчики есть, я думаю, там они не спасут. У меня сегодня телефон же через 40 минут выключился полностью от перегрева. Я даже не знал, что он так умеет делать, выключаться от перегрева. Да, я думаю, дело не какая модель, там очень жарко было. Да, iPhone 11. Такие с Коломенской несколько прогулок. В Коломенском классно, когда яблони цветут весной. Вот там через год то один сад цветет, то другой. В этом году был некрасивый сад. А в прошлом было здорово. Копей. Даже возле фонтана нету прохлады. Ужасно душно. Thank you.
Ну что, гроза будет какая-то, как гроза, туча, как наковальня. Да нет, я только расстроен, что телефон так жару не любит. Ну, мне старый тоже нравился, ВДНХ. Я вот помню, там еще в павильоне «Космос», там рынок был такой стихийный, портрет Гагарина какой-то тряпкой завешанный. То есть тоже такой символ той эпохи 90-х годов хороший был. Было бы здорово прогуляться по ВДНХ до реставрации, чтобы осталось на память, как может, как могло быть. Как пруд называется, я не скажу, а так это все вокруг ВДНХ мы гуляем.
начинается ботанический сад, но я не знаю, где его точно граница проходит. Я думаю, мы еще на территории ВДНХ. О, какая. Вот это гром хороший. Ну тут плавно можно перейти в ботанический свой ДНХ. Добивалась бы моего. Вот как раз вход в ботанический сад. Не, я боюсь, гроза будет, я лучше где-нибудь поближе. Не хочется остаться без крыши. Я сейчас хочу сходить к Бурану. Здесь, по идее, должен лабиринт красивый быть. Ух ты. Никита, иди с правой стороны. А ты спас?
только отошел, вейкбордист поехал. Да что ж такое? Прыжок будет. Да, тут панда парк еще классный. Я даже, как я думал, там полазить и поснимать одновременно. Но обычно тут людей больше. Вот панда парк. Возможно, я как-нибудь сделаю такую прогулку. Поближе. Не знаю, разлагалась. Артём, дай мне тоже чуть-чуть попить. Насколько? Ничего там страшного нет. Зашел в кусты, сразу связь пропала. Thank you.
Мичурин. Давай снова направо. Это надо будет как-нибудь подняться. Спасибо большое за поддержку. А ей Алинка сказала потом. Ну только буквально минут 15 жара перестала чувствоваться сильно. Алинка там мне звонит и говорит. Звонит мне и говорит. Я, конечно, говорит. Ты-то говорит, да? Спасибо большое. Надо попробовать настроить мне donation alert, чтобы подольше я успел прочитать. Извиняюсь, ребят, я потом читаю дома. Да уже хочется, чтобы все закончилось, ребята, везде. И было тихо и спокойно. Спасибо большое. Спасибо большое всем за поддержку, за донаты. Это очень важно. Не вытягивает закат телефон. Так вот. Злат. Все, так действительно надо будет пройтись. Вот, когда колесо заработает, обозрение вот это новое,
Надо будет и на нем прокатиться. И в Останкинскую башню сходить. И в Москва-Сити. Детская площадка от павильона «Нефть». Спонсор «Лукойл». Девчонка идет, говорит, как же здесь все красиво. Я говорю, можно нам что-то забрать? Ну, действительно, куда не посмотришь, одна красота. Да, уже было странно смотреть. Выставка по мотивам творчества Бэнкси. Свет выключен. Нет, там не бассейн, там рыбы, там касатки.
Нужно пойти посмотреть на косаток. Да, там классно сделано. Я ходил на косаток, вон, смотрел. А сейчас мы выйдем к нему. Его интегрировали в детскую площадку тематическую. Вот как раз, я не знаю, луна видна сейчас, что я вижу. Вот луна. Спасибо большое за поддержку. Это он раньше стоял, как раз сегодня писали в парке Горького на Крымском валу. Теперь он здесь. Привет, Азербайджан. Не-не-не, это не тот, который летал. Вот здесь я днем говорил, павильон «Космос». Я вот помню времена, когда там был рынок, и в конце портрет Юрия Гагарина был тряпка накинут, чтобы он этого позора не видел.
вылезаешь? Даешь полотенце? Молния, молния. Да, я слушаю как раз. Куда молнии идут? Обещали грозу завтра, воскресенье. Чуть раньше пришла. Я просто думал после ВДНХ поехать еще где-нибудь в центре погулять. Но, наверное, уже после ВДНХ не буду под грозой бегать. Какой-то. Но будет красиво. Отражение здоровское они сделали. Просчитали. Там еще тоже такой известный корпус сейчас ремонтируют. Там, где вот Сергея Эйзенштейна фуникулер. Остановка. Монорельс. Thank you.
сейчас еще пару минут и будет закат. Там, мне кажется, по ВДНХ, вот, если ходить все рассматривать, там одного дня не хватит. Если еще заглядывать в каждый павильон. Пиво есть, говорят. Пивной набор 1199 рублей. Два пива белорусские, колбаски, луковые кольца, картофель фри, гренки и два фирменных соуса. Даже мочанка есть, никогда не пробовал. Какие тучки сегодня. Thank you.
этом подчёрке прям как... Я тоже удивляюсь с политиков. Гроза передумала. Хочется подсветку, чтобы включили. Thank you.
этого фонтана можно целый день ходить, людей разглядывать. Можно в Армению зайти глянуть, что там интересного. Отдай пакет-то. Меня сын домой. Нет, тут ресторан Арарат. Музей коньяка, дегустационный зал, пекарня, косметика, продукты.
Надо было какой-то, знаешь, тему. Я вот в Ереване покупал что-то похожее, закопанный сыр в кувшине, было вкусное. Это же Советский Союз, они тогда отдали Арарат туркам. Я зря зашел в Армению, теперь будет спор. Опять политика. Валять! Валять!
черно-коричневого окраса, с ошейником, ищет хозяина, находится возле строения 319. Внимание, потерялась собака. Интересно, собака ищет хозяина. Какой-то собирается. А, ну да. А, сумки проверяют. Thank you.
добрый вечер, ВДНХ. Добро пожаловать. Как здорово. 83 года. Сегодня день рождения ВДНХ. Дай нам Бог 83 года, мы летят же хорошо. А все начиналось в 30-е, в 39-м году. И вот сейчас думается, как это вернуться в 30-е годы, вернуться туда, внезапно, в середину. Вокруг стройка. Ничего не понимаешь. Поймаешь прохожего, говоришь, уважаемый, что происходит? И компания по ликвидации безграмотности, он скажет, какой же я тебе, уважаемый, я товарищ. Так у меня есть товарищ. Как прекрасно. А сколько у меня товарищей? 1/6 суши. Но ничего себе, у меня 1/6 суши товарищей. А что они от меня хотят? Ленин говорил, учиться, учиться и учиться. Но уже научились, а ты работай, работай и работай. На, бери инструмент, строй. А какой инструмент? Да? Молот или сет? Вон, рабочих спокойно тебе их протягивают. Их специально для этого из Парижа привезли. Международные выставки. А что строить? Коммунизм. И побыстрее, чтобы пятилетка в 4 года, а с пятым потом что, в следующую засунем, чтобы на 3 года. Наша цель – это сингулярность пятилеток, и Москва растет и меняется. Это удивительный город. Лично даже для меня. Ты как-то гулял по Театральной, и там есть пара открытых парковок для дорогих машин. На одной из них я увидел, стоит Феррари. Роскошный, красный, блестящий Феррари. И рядом с ней фотографировали 2 таджика. Один сфотографировал, второй позировал рядом с машиной. Потом они поменялись, и когда я проходил мимо, они попросили меня сфотографировать их вместе рядом с Феррари. Я согласился, я сфотографировал их. И они поблагодарили меня, сели в Феррари. Да, и дедушка Ленина сфотографируют. Давай, давай. И все мы будем вместе. Надо жить на красном Феррари, на закат. Я не знаю, я не совсем из Москвы. Дайте шум, кто не из Москвы. Весь ВДНХ, как здорово. Ничего себе. Я переехал в Москву в 94 году. Что, так и не сильно не в Москву? Я в 94 году в Москву переехал. Не сам, где мать была, я погнал, мы будем писать, не пишу вот это. Просто мой отец начал 90-х, устроился на работу бандитом. И в то время была очень востребованная профессия в столице. Поэтому он приехал сам, он перевез семью по работе, моему папе иногда приходилось сидеть. А я не понимал этого. Мне было 4 года, я был маленький. Все, что я мог, это спрашивать у мамы, где же папа? Но моя мать никогда не врала мне, она никогда не говорила, типа, папа плавает или папа в командировке. Она всегда отвечала, Коля, твой отец сидит в тюрьме. И если ты не будешь мыть руки перед едой, ты тоже сядешь в тюрьму. Увидитесь. Поэтому я был воспитан идеально. А почему? Потому что плана на образование, на воспитание не было. В отличие от тогда, потому что тогда план был еще какой? План. В 37 году, к 20-летию Советов, открыть ВДНХ. Открыли. В 39-м ВСКВ. Но открыли. Открыли. И назвали этим красивым именем на новом языке, языке смыслов и аббревиатуру. Везде он. ВДНХ, ВСКВ, МВД, ГАИ, РКВКП и Б со скобочкой. Красиво. И кино же тогда зазвучало. У кино прорезался голос. Еще дребезжащий, еще неловкий, но уже громкий. И выступил. Здесь Пять уже все закончено. Странно, они на жаре заставили выступать людей. Хотя лучше бы сейчас они здесь остались и спели. Потому что очень жарко было. Там Аллегрова, мне кажется. Была почти без сознания. Думаю, не он придумывал, а кто-то согласовывал. Вряд ли на таком празднике это отсебятина.
90-е. Дело осталось Тюфлева роща и новый район жилой. Ну там не человейник, там такой арт-райончик. Очень интересное там сделали. Я планирую там погулять. Увидите, я бы не назвал, что там человейник. Человейник — это не Красовка классическая. Да, можно съездить. К рабочему и колхознице по-хорошему бы съездить на монорельсе. Если на него попасть, сейчас я подойду, если будет он виден, можно будет на монорельсе прокатиться. Там вид классный открывается на ВДНХ. На стадион. Я единственное не помню, монорельс до скольки ходит. Как-то странно. Какое-то расписание такое, не слишком частое. Ну если что, мы так прогуляемся туда. Yeah.
А почему у меня там просто? Мам, ты быстро нажимаешь там ногой, ты до упора нажимаешь. Там слегка надо. Сейчас я гляну монорельс, если не будет, пешком прогуляемся. Ну, мы у основных фонтанов были. Дружба народов, каменный цветок, золотой колос. Ребят, ну мы опоздали на монорельс. Он, кстати, пустой почему-то идет. Он, наверное, они уже не работают. Ладно, прогуляемся туда как. Тут трамвайные пути чинят, монорельс не работает. Обычно тут интереснее намного на этом пятачке. Каток на ВДНХ зимой будет. Да-да-да, мне кажется, с 10 до 8 ходит. Как-то так, с промежутком в полчаса. То есть, наверное, на выходных у меня еще другое расписание.
знаю, как сейчас люди без трамвая-то тут справляются. Да нет, я думаю, ремонтируют пути, вряд ли убирают. Когда читаю, когда не читаю. А, да, тут новые просто будут. Проспекта Мира? Да вряд ли. До Рижского вокзала еще можно дойти. Но мне кажется, сейчас будет неинтересно. Проще, мне кажется, на Ростокинский акведук сходить и к домику на ножках напротив скульптуры. Он выглядывает. Он такой известный. Но мне кажется, уже темно. Еле успел. Ну можно, да. Я же говорю, в эту сторону идти. Сейчас и возвращаться. Ну и там сам путь от ВДНХ до Рижского вокзала не такой живописный. Вот и проспект Мира, да, там интересный. Да еле успел. На нем, кстати, тоже есть смотровая площадка.
Слушайте, ну это, мне кажется, на крыше концерт какой-то. Да, вот, кстати, музыка на крыше. Главные вечеринки лета 22. Хорошее место, чтобы закончить стрим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо за поддержку. Хорошего вечера.